Сегодня 10 июля, Московская область. У нас несколько дней назад прошли дожди хорошие. Сегодня облачно, сильный, конечно, ветер, но соцветия лаванды нужно уже срезать. В этом году кусты зацветают неравномерно, но это и даже хорошо, потому что у меня на участке около 60 кустов. Все соцветия сразу срезать тяжело, а вот частично самое то. Вот, допустим, здесь у меня высажена лаванда, это сорт «Голубой простор». Я высевала из семян, растут здесь уже третий год эти кусты. Именно вот в таком состоянии лаванду нужно собирать. Посмотрите, есть бутоны еще не расцвели, частично уже цветок раскрылся. Цвет яркий, насыщенный. И вот именно такие соцветия нужно собирать на букеты. Этот куст еще рано собирать. Посмотрите, еще бутоны не раскрылись. Они даже еще цвет не набрали. Этот куст оставлю. Вот он куст. Он уже готов тоже к сбору. Посмотрите, частично цветок распустился. Остальные в бутоне. Насыщенный красивый цвет. Вот именно такие соцветия хорошо будут для букетов. Если цветок полностью раскрылся, весь колосок, то эти цветы, большая вероятность, что после сушки они просто осыпятся. Вот именно в таком состоянии отлично. Вот, это еще рановато собирать. Нету ни цвета, ни цветка. Вот это уже можно собирать с этого куста. А вот на примере этого куста я хочу вам показать, что уже сбор поздно делать. Цветы практически все распустились. И при сушке они, конечно, осыпятся. Это хорошо срезать, допустим, для саше. Смотрите, какой красивый насыщенный цвет, но для букетов уже не подойдет. Я оставлю, они сейчас отцветут, я уже чуть попозже, через неделю, срежу их. С розами, конечно, лаванда смотрится великолепно. А вот такие еще, конечно, рано собирать. Видите, они еще не распустились. Это сейчас частично кустам буду подходить, которые уже готовы к сбору, и собирать. Здесь лаванда у меня высажена по кругу. И с вами сейчас будем срезать и собирать букеты. Срезать соцветия у лаванды я буду с помощью аккумуляторов ножниц. У меня их раньше не было, я резала секатором, просто времени больше занимает. А с этим инструментом, конечно, все очень легко и быстро. Захватываю пучок соцветий и чуть ниже по листве срезаю. И вот таким пучком уже выходит все. И дальше вот так. При обрезке лаванды я не только срезаю соцветия, но и формирую сразу куст в виде круга, да, такой шапкой. То есть это и обрезка самого куста, и срезка соцветий. То есть формировка летняя происходит тогда, когда вы срезаете соцветия у лаванды.
Именно так у меня выглядит уже лаванда с обрезанными соцветиями и сформированным кустом. Это летняя обрезка формирующая, я делаю так каждый год. Если будет хорошая погода, лаванда повторно зацветет. Конечно, не так пышно и обильно, но все же цветение будет. Но это, конечно же, при наличии хорошей погоды. И так я буду подходить к каждому кусту, который готов уже к срезке, и обрезать. Вот я здесь уже начала обрезать этот куст у меня. Если вы не хотите обрезать соцветия, допустим, да, для букетов, сбора букетов, поэтому оставляйте, пускай она цветет, и уже когда цветки отцветут, уже можно будет обрезать. Это будет, конечно, позднелетняя обрезка, возможно, она повторно не зацветет, но зато вас будет радовать цветением. С этих уже перезревших, если можно так сказать, соцветий можно сделать саше. Посмотрите, какая красота. Здесь очень много насекомых, пчел, бабочек. В лавандах прекрасный медонос, ароматное растение, многолетнее. Зимует хорошо в Московской области. Лаванду я обрезаю, получается, трижды. Это зимой. Потом весной корректирующая обрезка, где-то что-то поломалось, убираю лишнее, подравниваю кусты. И вот летняя обрезка трижды. На зиму я ничем ее не укрываю, зимует в открытом грунте Московской области. Но я сейчас пойду потихоньку собирать прекрасные букеты. Вот первый поднос уже собран. Буду подвешивать, высушивать и собирать красивые букеты. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал, там довольно-таки интересно. Я вас буду очень рада там видеть. Я вам желаю всего самого хорошего. Выращивайте лаванду. Ну и всем пока!